первую обрезку нужно проводить как можно быстрее после посадки растения. Тогда вы сформируете скелетную часть растения. Вот в изгороде, если постричь уже взрослые туи первый раз, то открываются пустые места. Это не очень красиво. Вот, поэтому рекомендуем, посадили растения и начинайте стричь 3 раза за сезон. Весной, после того, когда ветки выпрямятся после снега. Потом в июне, в июле, лучше в дождливую погоду. И осенью уже листья сбросили, сокодвижение останавливается, и они хорошо перенесут стрижку. Тем самым вы получите хорошие формы, которые вам будут нужны. То есть ту форму, которую вы зададите. По вертикали. Взрослые туи, которые ни разу не стриглись, мы не можем сделать вертикальную стенку, поэтому мы их немного формируем с наклоном, чтобы их загустить. В дальнейшем мы будем выпрямлять эту линию. Вот. И лучше всего использовать такие ножницы.